eliminator. Eliminator. Tak, ładnie, dzięki. Выносил, все ты чуть-чуть плетешь. Я за вами мыть выносить буду. Не охуел ли ты? Это нахуй идея, я тебе, блядь, вокруг усей. Он выносил, представляешь? Я каждый день выносил мусор, каждый день. Он выносил. Уйдет, нахуй. Был одна раз я носил мусор. Один раз. Я. Один раз он был мусор. Сегодня он ехал с мусором, сегодня ты кричит. Що ти лишиш? Там є... Що? Там є психіатр. Говориш мені, він вам тебе допомагає. Это не нормально. Да мне похуй! Твое нормально, ненормально, мне насрать! Что ты веришь? Что ты веришь? Там психиатр есть, говори с ним. Если маешь проблемы... Я тебя самого к психиатру отправлю, лошадь ты пьяная, блядь. Бля, ты пациент. Ты пациент. Да, я пациент. Ты пациент в отпуске. Ну, ты можешь что-то изменить? Смерть. Мне похуй.
Будешь жить на базе корова где-нибудь на крыше, блядь. Шмери, на шмери. Шмерится. Мусор надо выносить тоже. Я же не несу мусор. Я вообще, что я так агрессивный? Там приехал ван, кричи. Что-то циркус. Я же это направил, он тоже нужно нести мусор. А если он один раз несет мусор, то мне нужно кричать. И когда несешь мусор, нужно есть торба, нужно есть сумка за мусор. А там нет ничего. Там еда лежит. Что лежит? Корзина твоя, что есть? Ну? Еда, ему нужно сразу. Вот. Он взял выйти, вон там. Вон положи пакет, вот. А, ну, кто положит глаз? Да, да. Что ж мусор, блядь, пока полы мыть не надо, он что здесь летает, мусор. А? Дурак. Он же здесь тоже ходит, он же летает. Даже убирать, ну, можно, как и я, ну, как любой другой. И он здесь будет, блядь, так вот просто вот быть и все. Ну, слышь, надо убирать, надо, блядь, все мыть, ну, блядь, понятно. Или ты будешь вот туда-сюда ходить и все, а мы здесь будем пидорасить все. Я не знаю, что. Слушай, я ж тебе не уборщица, блядь, за тобой убирать, правильно? А что ты за мной убираешь? Что ты за мной? А полы кто за тобой моет каждый день? Да. Я ничего не вреден, что ты умеешь. Да,
Да мало ли что ты не видишь, тут что, грязь? Тут чисто, а ты ходишь в обуви. Что я видим, я с ним приехал спать. Что я видим, там место тут грязнее, 24 часа, целый день. Я тут спил, и я сам вам. Тут душ и то все, что есть. И а что ты тут внутри есть? 24 часа. И что? Ничего, но... Что ты хочешь, я что здесь знаю. Убирать не надо, если ты здесь, блядь, редко приходишь? Валерий, нихуя Валерий, себе умный, блядь. Валерий, Валерий, я сам скажу, что ты, если ты проблемы имеешь, там психиатре, нужно с ним разговаривать, он тебе помогает. У тебя у самого проблемы. Дебильница ебаная. Я не приехал тут по тебя. Понимаешь? Я не приехал тут по тебя. Я не приехал тут по тебя. Я не тут по тебя. Понимаешь меня? Нет. Не понимаешь меня. Все нормально, то, надо то, быть... Это твоя есть работа, понимаешь? Ты ту работу там запросил в Москве, тебе дали ту работу, и ты нужно живиться. Понимаешь? Если ты не можешь себя контролировать, там психиатр с ним говорит. Мне похуй, все, что есть. Твой психиатр. Я знаю. Москва, тут дурдомик, я тебя понимаю, я тебя понимаю, а то не можешь... Я говорят о том, что убирать надо. Ты хочешь график, по очереди будем ты, убирать. Ты за мной ничего не убираешь. Как это, а что ты здесь не ходишь, ты тут летаешь, вот ты ходишь. А что мне нужно направить? Убирать не надо? Нихуя себе. Подметать. Мы, если мы никто не будем убирать, что здесь будет? Там є абсурд, тут є всегда свинярія внутрі, всегда. Тут чоловік не може сесть і кушати у миру, не можна тут. А ти мені сьогодні скажеш, що я тут за мною убираю. Ти психопат. А ти що, здесь ти не ходиш? Ти московський психопат є. Заткнись, лошадь. Ти московський психопат є. Ну, ти чого, ну, про Путін. Провокатори, нахуй. Їхай там. Ти же здесь ходиш. Говорить Путіну, це справді. Слушай, ти же здесь ходиш. Мені це не говорить. Окей. В обуви ходиш. Момент. Ну. Не хочу, що я у тому ходив. Причем тут хочу, не хочу, мы здесь все ходим, нам нужно здесь okay. убирать. Не хочу, что я ходим у... Мы здесь живем, нам здесь надо убирать. Ты что? Чуй, Валерио, не говоришь английский, не говоришь польский. Я говорю малко русский, понимаешь? А кричишь. Есть как один ментальный пациент тут внутри. Говоришь, что ты за мной убираешь. Да. Будь культурный, говори как нормальный человек. И май коммуникацию нормально. Я ж тебе говорю. Если не можешь. Что я за тобой убирать буду? Нет. Я не сказал, я вот, ты... я не кричу, я говорю о том, что нужно Валерия, убирать. Валерия, я не сказал, что ты нужно за мной убирать. Ну, проблема есть. Скажи так. Эво, я так направлен, то что ты есть. Но кричать мне нужно так. То не нужно быть пациентом. Так а ты по-другому не хочешь понимать? Yeah. Не, вот снимай. Сатана будала. Я тебе говорю на английском, а ты вообще не говоришь, что есть моя красилка, что тебе проблемы. Ты ни одно не... Причем тут кроссовки проблемы? Мы все здесь ходим в обуви, нам всем приходится здесь убирать. А пока я вообще не знаю, что проблемы. Ты не убираешь. Убирать надо. Ты же мне не убираешь. Ты здесь сколько в этой комнате? 8 или 9 дней, правильно? Сколько мы здесь? 14, то есть 9 дней. 9 дней, да. Ты хоть раз здесь убирал? Сколько ты убирал, ты мне скажешь? 4 раза. А я 10. Ты 4, ты 4, ты вообще ни разу ты 4, а я 10. Ты вообще ни разу здесь не убирал, ты что хочешь? Ты 4, спроси у Мурата. Ты 4, а я 10. Год? Ты вообще здесь не убирал, ты что? И ты вообще здесь не убирал тоже нет. И что? Ты что, нагло такой? Я бы то, я тебе вижу, что ты убирал то. Спроси у Мурата.
Я бы то, что тебе вижу, ему раз убирает, и я убираю, ты нет, не убираешь. Я тебе вижу, я бил слово, как ты убирал. Одном бил, дай мне. Скажи, ебу я нахуй, да, откуда я знаю. Да. Бля, смотри, какой ты наглый, еще, блядь, тут права качаешь. Лошадь пьяная, блядь. Ну, еще говоришь, не кричи на него. Целочка, блядь. Ты видишь, какой наглец? Мурат, какая пидорас. Ну, говорит, 10 раз здесь убирал. Ну, вафля наглая, блядь. Вообще охуевший. Реально охуевший. Я, как я видим, то вообще... Да не, закрой, не пало, пидор! Тут не огни, человек убирал ничего, так знаешь, что ты. А ты говоришь, что ты убирал. Что ты убирал? То есть, да иди стоишь? Нахуй. Он говорил, что он это вчера образовал. Четыре раза вот он убирал. Вот это вчера образовал. Блэкшат котлет. Вот это вчера образовал. Еще раз повторяю. То, что вчера приехал. Это вчера было. То было вчера. Да. То было вчера. Это что вчера сегодня. То было вчера. Видишь, то. То было вчера. Ну да. То все до вчера. Блять, я вытаскивал сумку вчера, вот сумки. Ну. Видишь, то все вечеря. По твоим почтам. Да иди нахуй, что ты, блядь, тут ты пациент. Там есть клиника. Ну. Там есть клиника живомобольная. Там можно здравиться. Тебя поправить. Понимаешь? Дурак, что ты, дурак. Дурак, что ты, верно. Мошка, все. Ехай там ебать Путина, если хочешь. Меня тут нет. У меня Лукашенко, друг. Но. Кто есть, кто есть.